В этом году существенные изменения в жизни школьников внесла пандемия коронавируса. Обучение в непривычном формате, перенесенные экзамены, выпускные в ограниченных условиях. Но, несмотря на все, ребята с достоинством справились. И в результате в Ленинском городском округе 68 медалистов и 9 выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Я не сомневаюсь, что эти 11 лет, которые были в их жизни, они были очень эмоциональными, они были наполненными событиями, они были наполнены, наверное, преимущественно все-таки хочется верить победами, но наверняка и какой-то тревожностью, огорчениями. И считаю, что сейчас самое правильное будет поблагодарить ваших учителей. Сдача ЕГЭ едва ли не самое напряженное время в жизни не только школьников, но и учителей. Директор Видновского художественно-технического лицея Ирина Николаева рассказала, что в этом году ребята очень целеустремленные и порадовали своей отличной подготовкой к экзаменам. В этом году у нас очень неплохие результаты. У нас 3 медалиста, девочки, и 1 стобальник по истории. 220 баллов у нас набрали 15 ребят. Это хороший результат. У них так хорошо за 220. Поэтому я думаю, они поступят туда, куда хотели. Хорошие вузы. Все выпускники были награждены медалью за особые успехи в учении. И каждому была вручена подарочная книга «Дорога памяти». Я убеждена, что вы найдете достойное место в жизни, и выбранный вами путь будет правильным и честным. Желаю вам, чтобы каждый из вас делал свои шаги твердо и уверенно. Удачи вам и успехов в реализации ваших самых смелых и прекрасных замыслов и планов. Александра Нужненко набрала 100 баллов по русскому языку. Отличницей была с первого класса. Девушка мечтает стать лингвистом и заниматься преподавательской деятельностью. Я думаю, секрет успеха заключается в том, чтобы много трудиться, стараться учиться хорошо и не только в 11 классе, но и в другие школьные годы, чтобы иметь хорошую базу. Ну и также постараться справиться, конечно, с волнением на ЕГЭ, потому что это одна из самых сложных задач. Андрей Титов – выпускник Развилковской школы с углубленным изучением предметов. Андрей любит точные науки, поэтому в планах поступать в университет имени Баумана. Образование в наши дни является той ступенью, на которую обязательно нужно забраться каждому. И, конечно, я стремился упорно, усердно, и я своего достиг, я рад. На Андрея в этот торжественный день была возложена ответственная задача – выступить от лица всех выпускников Ленинского городского округа. Он преподнес главе символический подарок – колокольчик. Мы знаем смысл истории. Для того, чтобы все пришли, когда нужна помощь каждого, нужно было позвонить в колокол. И в данном случае вы можете позвонить, и мы придем на его зов, то есть на зов родной земли. Для ребят был подготовлен праздничный концерт. С песней «Иди вперед» выступила уже студентка Мария Мотова. Мероприятие завершилось на улице. У Дома культуры выпускники фотографировались и делились впечатлениями. И загадывали планы на будущее, выпуская в небо воздушные шары в виде золотых звезд. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.